Привет, мои дорогие зрители, с вами Австралия. А у меня к вам загадка. Вот я тут что-то начала выращивать, а вы отгадайте, что это такое. Угадаете, так отгадайте. Нет, так скажу в следующем видео. Вот как это выглядит. Уже я смотрю, даже листики появились. О как! Обожаю. Я вот думаю, почему я ее раньше никогда не готовила. Тыкву запекаю. А чтобы быстрее приготовилась, я такие тоненькие кусочки порезала. И все, готово. Помазала маслом и где-то на 180 градусов приготовилась очень быстро. Пробовала сладкое, как мед. Я вообще не знаю, я тыкву стала готовить только несколько последних лет. А почему раньше я ее не запекала, понятия не имею. Ой, ребята, посмотрите, они от одного покраснели. Посмотрите на нашу красоту, красотинушку. Тут уже вам показала, какой урожай собрала. Тут новый. О. Тут еще зелененькие красеночки. Лепота. Это уже другой сорт. Или тот же. А он какой-то фиолетовый. Коричневый. Коричневый. О, как! Ну-ка, если отсюда, вот так. Собрал Игорь урожай. Ну, какая тарелка получилась. А какие они красивые. Один красивее другого. Дорогие мои зрители, поздравляю вас с Новым годом старым. Со старым Новым годом. Что ты людям пожелаешь, Микица? Све наиболее. Све в жизни. Све наиболее. Да еду, пью, веселюсь. Да су здрави. Гуляйте, веселитесь и будьте здоровы. Yeah. Вот такое поздравление вам. Да, све и пора да купить-то, что нема. Говорит, и чтобы деньги у вас водились, могли купить, что хотите. Yeah, то и что. И здравие на первом месте. Говорит, и на первом месте, конечно, вам здоровье. Здоровье. А вчера я, ребят, не могла вам сделать видео и поздравить вас со старым Новым годом, потому что я вчера была инвалид. Микица. Я? Ну, что со мной было? Инвалид. А? Инвалид. Я была инвалид. Я. Сижу, рану зализываю. Микица нервы намотала. Видите, как? Ну, пожалуйся на меня. Чего? Мотала нервы, да, мотала, ребят. Ужас. Где-то два дня тому назад утром просыпаюсь,
И у меня вот здесь, в бедре, что-то такое болит. Болит потихонечку, сперва потихонечку, к вечеру совсем что-то разболелось. Утром встала, еще больше болит. Едва с кровати сползла. Попросила Игоря, чтобы меня он повозил на машине, немножко поснимать видео. Как вы думаете, он меня возил, я сяду в машину, кое-как оттуда вылезу, немножко пройду. В итоге сняла совсем мало, домой он меня привез, с машины выходить, а я выйти не могу. Сижу, пришлось меня из машины за руки тянуть. На третий этаж подниматься, поднималась как инвалид. Домой зашла, искры из глаз, на диван сесть не могу, ни сесть, ни встать. Вот это вот все, боль вот в этом месте, такая искра из глаз сыпятся. Только сядешь как-нибудь, не шевелишься, оно вроде успокоится. Хочу встать, не могу встать, опять меня поднимать. То Игорь поднимал, то Микица поднимал. Это, ребята, не дай Боже. Я вам хочу сказать, не дай Боже такое. Ой, вы знаете, самое главное – ходить на своих двоих ногах. Потому что ночью я едва доковыляла до кровати. Я до 5 часов утра не могла уснуть. Крутилась и вертелась, я не знала, как мне эту ногу наместить, то на левую сторону повернусь, у меня как будто она сейчас из сустава выпадет. В общем, кое-как, Вольтерен выпила уже в 5 утра, и кое-как я уже на рассвете заснула. Ужас. Какое это счастье, ребята. Вы понимаете, начинаешь понимать счастье только когда с тобой вот что-то приключится, и ты думаешь, Господи, как хорошо ходить на своих двоих ногах, потому что я нервы Микицы намотала. Утром на диван встала, пробую встать и не могу. Ему пришлось меня за руки тянуть. И вот так вот я сейчас стою, думаю, пойду сяду, а потом смогу встать или нет. Мне, наверное, ну, в общем, вот такая вот хреномантия со мной приключилась. Ну, думаю, пройдет. Нехорошая вещь. Советы давать бесполезно, потому что на разного действует по-разному. Даже интернет прочитаешь, написано, одни говорят, надо греть, другое пишет, надо холодное и горячее, а я считаю, что мне это место вообще даже трогать нельзя. Я вот сейчас днем прилегла, встала, мне вообще надо, наверное, типа дни было, как постельный режим, чтобы там у меня зажило. Ну а где постельный режим, когда что-нибудь надо вставать и делать? Вот такая, ребят, со мной приключилась. Дай Боже, чтоб прошло. Вот так, дорогие мои. Вот поэтому вас и со старым Новым годом не поздравила. Поздравляю сейчас. Присоединяюсь ко всем Микисыным словам. Дорогие мои, а с вами была Элла Австралия, и мы увидимся очень-очень скоро. Пока, мои дорогие, пока!